Человек или гражданин потерял свою собаку, на самом деле он ее любит, там бережет, то сразу же тревожу поднимает. Через час, через сутки уже все знают. Почему должны один месяц передержка делать? Смысла не вижу. Это чтобы 30 дней надо их кормить, этих собак, содержать. То есть это чей-то бизнес, собачьи, там все говорят, да, что собачий корм продавать. Это же понятно. И поэтому надо до 7 дней все равно это уменьшать хотя бы 7 дней. Неделю, чтобы понятно было людям. Понедельник поймали, следующий понедельник уже как-то ее сделали. Ну и самое. Поэтому вот и приюты, да? Причем тут приюты мы обсуждаем? Приюты же частное дело. Если человек любит собак, ну там больше людей, да? Пускай это Бурматов содержит всех собак России, я не против. Один пускай содержит за свой счет, или там со своими людьми. А почему мы должны за них там деньги платить? На содержание животных. Там, если животное там 10 лет, там 15 лет живет, тогда 10 лет, 15 лет, мы должны содержать этих собак, что ли? Какой смысл? Вообще я это не понимаю, поддержка приютов. Это вообще надо слово убрать надо из закона, приюты. Пункт передержки надо оставлять, а приюты надо убрать. Если приюты мы будем деньгами обеспечивать, вообще там это сумасшествие какое-то будет. Вообще там, если там умный человек, какой-нибудь предприниматель, наймет, самое, купит собак маленьких и будет кормить как больших догов, там, да, и будет деньги за это получать. Вообще там какой-то там беспредел уже идет по этим собакам. Мы все понимаем, вся Россия понимает, а никто сделать ничего не может. Одного Бурматова боимся все, сидим. Даже с людьми не можем организовать встречу. Секретный режим приезжает, выезжает. Это надо прекращать надо, на самом деле. Что мы, люди смеются над нами. Уже двоих людей потеряли из-за этих собак. А мы что, должны их кормить, поить, там, это, содержать, деньги на это выделять. Это, поэтому надо закон принять и что там уже встречать предлагают. Предлагаю убрать слово приюты. И самое, сократить содержание до недели. Все, мне.